Затем, как идет капремонт фасада 161-го дома на улице Новосадовой, наблюдает комиссия специалистов. Во всех районах Самары составляются дефектные ведомости и проводится мониторинг. Под пристальным вниманием фасады зданий, придомовые территории, детские площадки, улично-дорожная сеть, контейнерные площадки, ограждения, обустройство объектов потребительского рынка и многое другое. Это внутриквартальные дороги, их состояние, малые архитектурные формы, которые либо сломанные, там, требуют демонтажа, либо детские площадки вообще не благоустроены и требуют благоустройства, установки новых форм, а также зеленые насаждения, то есть это аварийные деревья, которые подлежат кронированию либо сносу. Дефектные ведомости – это ревизия недостатков благоустройства. В данной работе по поручению главы Самары Олега Фурсова участвует городская административно-техническая инспекция ГАТИ и районные администрации. К процессу подключились ТОСы и депутаты, которые дополняют дефектные ведомости своими замечаниями с учетом претензий жителей. Одна из основных задач как раз депутатского корпуса муниципального уровня на основании наказов наших избирателей, на основании наказов жителей нашего округа и района, как раз и дополнять эти дефектные ведомости своими перечнем работ. По всем недостаткам, выявленных на территории районов, инспектора передают информацию в администрации районов и, соответственно, если есть нарушение, соответственно, передают в административной комиссии района для принятия соответствующих решений. 70 улиц Октябрьского района и 814 многоквартирных домов уже обследованы. По каждому объекту составлена дефектная ведомость. С частью нарушений, устранение которых не требует больших материальных вложений, управляющие компании, собственники и администрация районов должны справиться в ближайшее время. Но есть и те виды работ, которые будут сделаны до конца 2018 года. В ходе работы было установлено, что во всех районах Самары, кроме Октябрьского и Железнодорожного, не были учтены указатели улиц и номера домов, а также не были указаны брошенные автомобили. Первые итоги этой системной работы планируют подвести 26 апреля. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.